каким я вижу себе будущее города. Вот если на такой зеленой траве в городе будут стоять вот такие кресла, и на них никто не будет писать разные слова и не будет резать их ножом, а люди вот так вот будут приходить и сидеть, может быть, с чашечкой кофе, которую принесут вон оттуда из дальнего дома, то вот это тот образ среды, который я бы хотел видеть. Потому что вот это для меня и есть интеллигентная среда интеллигентного города. Иркутск – интеллигентный город.